Всем лисам фыр. Сегодня мы поговорим о Hytale, игре, которая вполне может уничтожить Майнкрафт. Вообще, о данной игре стало известно относительно недавно. На ютубе есть уже несколько обзоров на ее трейлер, а также некоторые аспекты игры. Игра ставит себя в том же жанре, что и всем известный Майнкрафт. Разработчики обещают проработанную анимацию, которую в Майнкрафте можно полностью ощутить лишь с модификациями. Обещают и свой многофункциональный клиент, в котором можно как угодно и официально создавать моды или ретекстурировать игру. В игре будет множество зон, которые будут изобильны на разнообразие флоры и фауны. Также разработчики заводили разговоры и о сюжете игры, об истории мира, в котором нам предстоит играть. А чего только стоят квебексы, эти маленькие создания станут союзниками игроку на первых этапах игры. Вкратце описал вам, что нас ждет. Заинтригованы? Напишите комментарий под этим видео и поставьте оценку ролику. Если понравился мой голос и видео на канале, то будем рады вас видеть в подписчиках нашего канала. А тем, кто досмотрел до конца, у меня вопрос. Хотите подробное видео о Hytale и примерную дату его выхода? Тогда пишите в комментарии Hytale Best. До скорого видео, лисы. Всем вкусных кусей и побольше отдыха. С вами был Лисов. Пока.